Смотри лаки-блоки в Майнкрафт. Ссылка в описании ролика. Голова как сильно раскалывается. Кстати, а что с моим костром? Его потушили. А какой бред, он потушил. А где камушки? А почему я здесь вообще оказался? Ничего не убили? Я помню лишь какой-то удар по голове, и мне теперь башка трещит. Как же сильно. А где мой топорик? А где моя аптечка? А где моя водичка? А где все мое вообще? То, что я тут нашел в этом сундучке. Меня что, ограбили? Меня ограбили. Но если это был не человек, нахрена ему грабить меня? Блин, что делать? Голова болит. Кружится. Блин, все из-за того ублюдка. Это все из-за него. Давай, выходи. Выходи. Где ты? Я готов с тобой сразиться. Я убью тебя голыми руками. Обычными голыми руками. Выходи, падла, выходи. Не выйдет он никогда, потому что он боится так увидеть меня лицом к лицу. Опять он среди деревьев спрятался, а? Давай, выходи. Я тебя не боюсь. Прям вот голыми руками. Я тебе... Ой. У него топор. У него какое-то окровавленное лицо. Ой. Как-то моя смелость убавилась. Он убегает. То есть я могу быть уверен, что это не дух какой-то. И не призрак. Он до сих пор убегает. Это он ударил мне по голове. Может быть, вообще у него был мой топор? Здесь что-то вообще нечистое происходит. Куда я вообще попал? Почему я упал именно сюда? Так, но мне, чтобы защищаться, нужно оружие. У меня все отобрали. Вообще ничего нет. Я должен сделать лук. Точно, я сделаю лук. А для того, чтобы сделать лук, мне нужны лианы и много палочек. Палочек и лианы. Понятно. Попробую к какому-нибудь дереву подойти. Что-нибудь посорвать. Думаю... Нормально. Здесь они все, по сути, одинаковые деревья. Какая разница? Начну. Наконец-то. У меня получилось сделать лук. Но я не могу находиться в этом месте, в этом самолете. Это место все время привлекает каких-то хищников, каких-то убийц. Я должен сваливать отсюда. Причем поскорее. Прямо сейчас же. И начну уходить отсюда. Не буду ничего думать даже. Просто начну уходить. Но куда? Куда можно идти? Может быть... А куда тут можно идти? Куда-нибудь в лес пойду, может быть, что-нибудь найду. Поэтому, самолетик, прощай. Надеюсь, я выживу. Прощай, самолетик. А я пожелаю себе удачи. Устал я уже идти. Сколько можно идти? Ржать хочу. Я даже не сделал стрелы. Нужно... Стреляет? Опять он? Черт, он меня чуть не убил. Так... Нужно убегать, только не за ним. В правую сторону, побегу туда, туда. Надеюсь, он меня не догонит. Нужно убегать, убегать, убегать. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Это что еще за место такое? Нихера себе дырень. Офигеть. А что это там внизу? Неужто... Да, это действительно головы? Твою ж мать, столько голов, человеческих голов. Ё-моё, я куда пришел? Мне нужно явно не сюда. Мне нужно убегать отсюда, в другую сторону. Побежал-ка я. Да ладно, реально домик, маленький домик. Вот этот черт, там еще есть... И посевы? Охренеть, тут можно покушать? Неужто смогу сейчас нормально поесть? Круто. Что сейчас соберу? Ну я сейчас поем. Еще и домик тут есть. Надо же, как отель. Жалко, картошка только сырая, огня у меня нету. А что это за фигня? Какая-то записочка. Ух ты, тут что-то написано. Так, ну-ка прочитаем. Их слишком много. Они нашли мою хижину и к ночи будут здесь. Я не могу их сдерживать слишком долго. Я жил мирно, никого не трогал, но пришли они. Вот черт.
Они убьют меня и не пожалеют моих плантаций. Да поможет мне Господь. А как-то мне не по себе теперь стало. То есть я понял, про кого он имеет в виду. Но я не уйду никуда. Я здесь буду только переночевывать. Черт, что же мне делать? Ну, как сказано в записке, действительно, да поможет мне Господь. Надеюсь, меня никто здесь сейчас не тронет. Хотя я могу проснуться на утро убитым. И все потеряно. Зря все это я делал. Но пока я хочу поесть эту картошку. Чувство голода настолько преодолевает все мои другие чувства, что я просто хочу ее съесть. Надеюсь, проснусь живым. Спасибо за просмотр видео. Если оно тебе понравилось, поставь под ним лайк. И обязательно подпишись на наш канал, чтобы не упускать возможность следить за новыми сериями различных сериалов.